Родители уже давно перестали задаваться вопросом, как развлечь своих детей в выходные. Большинство центров отдыха предлагают конкурсы и мероприятия на своих площадках. Так и боулинг-фабрика устроила настоящий праздник для детей в честь 1 сентября. От развлекательной сети «Фабрика» поздравляем детей, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Желаем, чтобы этот учебный год был очень интересным, очень познавательным, веселым, чтобы дети встретили новых друзей. Активные игры с кубиками, флешмоб от танцевальной школы, шоу от собаководов, конкурс рисунков, обучение боулингу, а также шары, аниматоры и ростовые куклы. Найти себе занятия на празднике смогли и самые маленькие гости, и те, кто постарше. Медведь на пятерку! Есть, молодец! Пират потрясающий! Дочка в восторге от тролля. Мы, когда его увидели, сразу побежали с ним знакомиться и трогать за ручки. Очень хорек понравился и кролик. Тебе понравился хорек? Да. Такие совершенно бесплатные мероприятия для всей семьи давно не новинка. Развлекательный центр «Фабрика» постоянно проводит подобные праздники. Гостей с каждым разом все больше, а для кого-то семейные выходы стали уже традицией. Мы практически не пропускаем ни одно мероприятие в сети вот «Фабрика боулинг». Они часто проводят для детей детские турниры, а сегодня вот на открытом воздухе сделали. Мы первый раз на такой вот тематической вечеринке, нам очень все понравилось. Дети у нас нарисовали картину, а потом разрисовали кегли. Маленьких школьников впереди ждут парты и рюкзаки. Учебный год только начинается, и теплые дни так не хочется отпускать. Стоит дать детям еще немного времени на беззаботные и шумные праздники. Ольга Продан, Игорь Болтов, новости на Восьмом.